Доброго всем времени суток, с вами Тексер и Сноурунер. Давненько не было. Опять три машинки, опять поедем лесовозами кататься. Покатушки лесовозные. Я был думал сфоткать на скрин, ну ладно, не буду. Так, я на бандите. Погнали. На самом деле тут недалеко везти. Собственно, к гаражу, насколько я помню. Да, буксует бедолажка. Так, на понижаечку. А топлива мало, ну, что поделать. Сейчас он выпрется из грязи, все пойдет веселее. Можно уже автомат рубить. И полетели. Я думаю, я буду просто бросками сразу до финиша, потому что тут недалеко. В принципе, что размахиваться. Нежданно у нас получилось с этими прицепами, конечно. Я не думал, что с ними придется морочиться, ну ладно. Сейчас опять-таки через завод, на льды и вперед. Там скарабкаться на дорожку надо будет. В общем, как сюда ехал, так и отсюда поеду. Ну, я не думаю, что какая-то помощь тут потребуется. Не знаю, топлива только если не хватит. Но у него на крыше он бултыхается, канистра. Я думаю, ему достаточно будет. Вообще, можно было, конечно, немножко схалтурить, сделать автопоезд, но не буду. Такой булыга-то на месте висит. Я тогда ее сгреб немножко машинами в сторону. Тут вот булуган позорный. Вот он, да. Ух ты ж, бронь. Вот он помешает. Ну, в общем, как видите, ничего сложного нет вообще. Я даже не знаю, чего сложного могло быть в этом задании. Ну, если что, я разве вот с дуру быстрой карты бревна повез, но я вовремя сообразил, что они водятся здесь. А, ну, тут немножко будет, конечно, с заносами, да. А, ну, это тоже не страшно. Провалилось нигде оно должно. Так что, в общем-то, халява. Ну, блин, я даже не знаю. Все просто. Выглядит все просто. Возможно, там на холм не поднимусь. Ну, это опять-таки вряд ли. Я по таким буеракам их проехал. Немножко вот туча попетляем, да. Но опять-таки тоже фиготень. Топливо. Вот топличка бандиту не хватит. Это я не сомневаюсь. Так, не заблудиться вот еще. Но тут тоже вроде прям заблудишься. Хотя, знаете, позвольте-ка я карту гляну. А вот мне влево. Вот я про это, да. Сейчас аккуратно не туда руду. Ну тут вообще, я даже надеюсь, что я к следующему заданию перейти успею. Который, надеюсь, не в перевозке леса будет заключаться, то мы все эти лесовозы опять куда-то гнать. Ну что-то там. А, булыга. Бывает. Даже эта высоченная машина на булыгу наехала. Ну просто в бок уйти. Все нормально. Борка всегда, наверное, встрянет. Ну тут даже ему встревать не. Да, без блокировок, но тут, собственно. А на чем тут можно встрять без блокировок? Не на чем. Собственно, сейчас вот подъем на мыс. На мыс. Ну, короче, на дорогу подъем. Здесь, не здесь. Дальше, по-моему. Ой, ну да, в книжке закопайся, ага. Давай скорость поменьше. Не здесь, дальше. И, собственно, все. А там по дороге. Плечок, да. Придется с крыши брать. Двадцатки ему не хватит. Он жрет как не в себя. Так, вот дорога. Сейчас на него выпрямимся. Собственно, вот дорога тоже. Ага, в операционном болту.
А давайте, раз остановился, давайте я заправлюсь сразу. Окей. Заправлено. У него на крыше полная заправка лежит. Если что. А, прицеп. Так, перелез, молодец. Ну, собственно, вот место, где я буду лезть. На первую передачу и пошел. В лес не надо, так далеко было. У него же радиус, ну ладно, фигня. Вот я не хотел, чтобы прицеп там по этим подбойнику путешествовал. Но вроде не будет. Как ни крути. Все нормально. Все, заехали. Вообще еще вот тут можно подниматься. Но тут дольше, зато более полог. Кстати, я тут спускался. Так что, возможно, зря там корячился. Ну, как видите, проблем вообще никаких. Я даже рискну сесть за руль машины. Потому что тут, правда, ничего не предвидится. Единственное, через грязное стекло не вижу дорогу. Могу на обочину повернуться. Это да. Так, стоп. У меня куда? Мне в деревню, мне не в порт. Ну-ка. Да, в деревню. Ну ладно. В деревню, так в деревню. Что такого-то? Разминочная миссия. Блин, я в прошлый раз, по-моему, туда дольше прицеп таскал. Или в прошлый раз я еще какую-то миссию делал. Я надеюсь, что еще что-то делаю. А мать, что за хрень стоит? Это УАЗик стоит. А я его тоже сюда притаскивал? Я даю. Не УАЗик, блин, газик. Нет? Нет, это странный прицеп, слушайте. Задание какое-то, может, было. Есть и мулик. Разгрузить. Так, знаете, что еще? Мне отсюда это все надо будет увозить. Я вот этот прицеп не в кассу. Вообще не в кассу. Нет, я его как-нибудь объеду, но что-то надо будет придумывать. Что придумать? Бортануть его, в общем. Придумывать счет. Ну это. Через заборы ездить. Что еще? А, это не дома церковь. А что за мелкая такая? Ну, немножко мы его заборчик поломаем. Куда деваться? Тут развернуться не надо. Просто, ну, надо прицеп избавить. Давай, буксовщик. Наслышно, как ты буксуешь, да. Придавай. Ну вот так. Представляю, там борщ развернется через двор. А что делать? Я сейчас прицеп сразу продам, ну, машинки столкнутся в порту, ну, что поделать. Кран торчит, как Эйфелева башня. Может, что еще тут будет? Ну, вряд ли. В общем-то, лесовозная банда, им так и останется лесовозная банда. Что нет, у меня грузовиков много. Не-не-не-не-не, влево давай. Фарцовля прицепами. Денег, конечно, много, но мне менять автопарк потом на Висконсин. Ай, так, что у меня? Вот он. Уехала. Я, можно, просто так на берегу поставлю. Вот. И все. Следующий. Ну что, давайте Бора. Тайга-то она. Тайга доедет. 64 топлива. Это немного. 64% топлива. Это немного. У этого нету баков дополнительных. С другой стороны, больше половины, если наполовину сюда доехал. Ты как-нибудь довезу. Ну, конечно, он здоров, собака. В отличие от бандита, он просто попёр и всё. Даже я могу полный привод вырубить, чтобы бензин поэкономить. Ну, где-то буду включать, конечно. Но это будет нечасто. Дури у него до хрена, это у него не отнимешь. Проходимость не к чёрту, а дури до хрена.
Вот он даже не буксует, в отличие от бандит. Тут просто крутит 7 колес, у этого даже полный привод не включен, а все нормально. Не, есть свои плюсы, конечно. Подвесочку повыше. Блокировку. И все шикарно будет. А, ну, даже сколько не добавляет. Так, а у тебя шипованное? У тебя шипованное. У! Прицеп, не вздумай. Фу. У меня что, кран ничего поднять. Вот это, конечно, да, это с прицепом проблема. В повороте-то. Он покувыркаться-то не дурак. Так, с виражами надо поаккуратнее. Прицеп останется. Вот тут автопоезд пошло соорудить. Тут у него цеплялки нет сзади. Видимо, разрабы подстраховались. Потому что, ну, там, движок все не потянет и так далее. И здесь нельзя собрать автопоезд. Да? Было бы прикольно. Из кучи вот этих прицепчиков. Ты за раз, то три штуки дотащить тем же бором. Было бы забавно. Так, ну ладно, надеюсь, не кувырнул его больше. Там почти перевернул. Чудом его удержал. Он очень выхляется. Ну понятно, он высокий. В принципе, так и должно быть. Так, потихоньку. Вообще без кувыркательства обойтись. Ну вот, нормально. А тут потихоньку, потому что булыжнички. Как бы лыжнички, так просто не проедешь. Хотя нет, этот еще не маленький. Вот тайга, да, тайга низкая. Я не помню, в тайге, по-моему, вообще высокой подвески нет. Ну или есть где-то, где я не нашел. Ну вот. А вроде все неплохо. Тут я влево вправо вряд ли будет дергать. Перед камушком не тормозну. А, тут еще льдина. Ну давай, давай, полный дерг будет, что веселее было. Так, в сугроб не полезу. Нафиг его. Мы по булыжничкам. Ну, в этом даже топливо хватит, мне кажется. 40 литров он что-то пожрал. Нормально. Сейчас немножко на полном полазим. Так, на дорогу корякаться. Вот туда. Вперед. Тут понятно без камней, да? Но тут поворот такой крутой. А тут по прямой практически обрезать. Мне больше нравится. Булыжник, конечно. Я думаю, пролезем. Ну и снег, да. Свои минусы, конечно, есть. Но я верю, что он там есть. Тут еще и наклон. Наклон плохо. Но не нормально. Прошел. Все. Бор тоже у нас. Прошел. Молодчинка. Да, ну и день прошел. Сейчас надо мотануть, когда на карту переключусь. Че, его там развернуть надо будет в деревне? Вокруг этого прицепа красиво. И все. Прицеп, конечно, не в кассу стоит. Пока очень странно. Видите, компрессор или еще что-то такое. Даже не помню, я его сюда не привозил. А оно само. Ну ладно, что, через двор развернусь. Один развернулся. Где один развернулся, там второй развернулся. Ну, я полный даже привод не выключал. Давай. Ползи. Это, конечно, для него испытание. Без девчика-то. Давай. Управление грузом. Разгрузить. Все, и вокруг. Пока не упало. То сейчас наклонится, упасть попытается. Ничего не надо. Не надо. Так, и деревни роняются. Тут зараза стоит, мешается. Так, ну я вывернул.
прицепу меня не напугать. Я тебя зацеплю, наверное. Хотя вам что-то не хочется цепляться. Возможно, правда, декорация какая-то. Вот по снегу, да, тут, с пробуксовочки. Ладно, хорошо, сейчас еще прицеп продаем. Через 15 минут. Блин, а точно еще к одному заданию успею. Ну, тайга-то не должна проблем доставить. Есть. На продажу. Ну и хорошо, что я скриншот с тремя грузовиками и стал на заставку делать. Потому что если там будет еще задание, там еще вопрос, как я серию назову. Так. Стоямба. Продавать. Где? Подскочил. Тут был. А, пошел. Я их потом просто в нужный гараж телепортну, и все, эти лесовозы. Смотря где они потребуются. Так стоянка лесовозов у меня вот пока вот тут. И есть. Так, сразу день. Тайга, ты последний. Тебе не сомневаются, поэтому ты последний. 69%, тоже нормально, тоже больше половины. Ну, это все включено, это я вообще по барабану. Ей даже что включать не надо. Теперь главное не кувырнуть просто и все. Да, низкая подвеска. Все, дорога. Из грязи вытянем, а, вообще без проблем. Раз и пошла. Но вот сзади две сдвоенных оси, они, конечно, предоставляют ей возможность выбраться откуда угодно. Блин, у нее колеса шире машины, видны из-под кузова сбоку. Еще бы она не выбиралась отовсюду. Так, так, у нас еще тайга грузовиком прорабатывает, что тоже неплохо. То есть она не лесовоз, она грузовик. Хотя, по-моему, она была тягачом изначально. Кузов-то я ей поставил, чтобы за дровами с ним поверить. Как она же, по-моему, первая сюда приехала. И на ней я проверял, куда дрова грузятся. В кузов или не в кузов. Так, ну тут тоже все хорошо. У нее колеса с цепями. Ну, если не кувырнет она этот прицеп. Что было бы неприятно, потому что крана-то нету. А без крана все не собрать. Ну, у меня тут бандит где-то вон там стоит. Не доехавший. Его всегда можно сюда подогнать. Он пустой, он с краном. И все сделать. Так что тоже не должно проблем доставить никаких. Ну, в целом, как видите, она вот... даже для первых двух проблемных машин ничего страшного не произошло в этой миссии. То есть такие прицепы возить. Да блин, по этой дороге и хлысты вот этот длинный возить тоже неплохо. А, ну да, точно, на ней стоял распуск. Я прицеп-то, ой, не прицеп, кузов поставил, чтобы проверять бревна действительно. На ней распуск стоял. Угу. То есть она, в принципе, тоже лесовоз, но с заездом в гараж. А так она грузовик. Блин, хочется что-то эпического. Что-то огромное вывести. Мамонта выкопать и вывести. Прицеп. Ты даже не думай. Я разгоняться не буду, лишь. Потому что, наверное, намерился красиво перевернуться, не светит тебе. У меня какой-нибудь булыжник есть, я выберу, колесо хорошее. Тогда да. Так нет. Но у него, в принципе, амортизатор-то есть у прицепа. Потому что прыгает сильнее машина, так по ощущениям. Но у него какая-никакая подвеска-то есть, да, есть рессора. Так что, в принципе, он пружинит на камнях. Ничего страшного не должно происходить. Прицепов много, но обидно его малым количеством пользуются. Потому что часть прицепов очень дерьмище шоссейное. А часть дублирует друг друга. Да, вот лесовозные вот эти. Вот первый раз за все время воспользовался-то. Ну, хотя, с другой стороны, они же бревна недавно ввели.
Ну, относительно недавно по сериям. Так-то по времени-то они давно их ввели. Просто не так часто серии выходят. Так, ну, собственно, его. Сейчас на склон. Тоже по камушкам пробегусь. Иначе тут выкручивать. Все, эти карты прямо стопаны вдоль поперек по диагонали. Пора на новую. Прелесть новизны и все такое. И уж очень эта карта такая заталкивающая. Ну, не вот эта вот, а следующая. И мандра какой-то. Это же Ковд озера, да, а та и мандра вроде. Вот и мандра очень задолбывающая такая. С этими скалами непролазными. Пипец. И синим снегом. Которого там очень много. Ну тут. Если я сейчас что-нибудь такое не отчебучу, типа наезжание на камни там, переворачивание прицепа, то все тоже разом и закончится. Ну, строго говоря, не дул. На последнем метре сейчас, да, бах. Могу. Отлично. Контракт выполнен. Ну, погнали. Но наклонилось, кстати, опасно довольно. Я же даже испугался сейчас, правда. Накаркал, она перевернется. Все, прицеп на продажу. О, а забор, в принципе, не нужен. Зачем он забор? Тут так хорошо. Медведи, что ли, забрели? Медведь такой забор не остановит. А на сугробе, кстати, все пробуксовывают, я смотрю. Даже тайга тоже там буксанула. Так, ну давай. Сдача прицепа. Обратно в прокат. Все прицепы прокатные. Так, тормоза. Сдаем. Только что было. Собираю нафиг. 600 тысяч у меня, да? Ну, в принципе, мне кажется, нормально. Потому что я буду, когда автопарк менять на американский, я же продавать эти машины. Или, кстати, не продавать. Или с российскими машинами двинуть в американщину. Ну, как, по-моему, неправильно, да? Так, ну что ж. А, не то. Погнали задание смотреть. Кольская экспедиция. Я вроде по ней шел. По местам былой славы. Что у нас? Скаут. Надо посетить батареи. Как я это не люблю. Цена победы. Чего? Бронеавтомобиль добавить. А, ну вот. Металлодетектор. Это прям отдельная песня будет. Согласен. Так. Электричество масса. Чё? Средние бревна. Я так понимаю, это в Имандре. Ну чё. Лесовозы. Погнали, однако, по местам былой славы. Так. Это все на другой карте. И мандра, камон. Да, так не кисло. Туда, туда, разброс хороший. Так, туз актион этот кабанчик. Это кто? Хан, это буханка. Застрявшая. В гараже стоит. Блин, еще один кабан. Азов. Ты кто? Степа там стоит. Ну вот сюда я надеюсь на актионе на этом добраться, чтобы далеко не ездить. Ты кто? Яр 87. Ты что тут забыл?
Ну, этот лучше. Нет, лучше. Там еще спускаться вниз, мучиться. Там шашига же. А этот орел у нас, ух, он у нас только что тут запчасти нашел. Мы его сейчас вниз как-нибудь вниз спустим, как-нибудь. Главное, что не кувырком. Да можно и кувырком, на самом деле. Он переживет. Ну, лебедка есть, и пофигу. Так, не бьемся только, биться не надо. И он у нас ближнюю батарею посетит. А далее батарею посетит вездеход, он, по-моему, в гараже. Тю-тю-тю-тю, спрятан, это что такое? Это я где-то проехать должен, что ли? Издеваются. Давай. Опа! Тут шикарное место. Да отстань от этого дерева уже. О, нормально. Бум. Ненавижу деревья. Вон крыша за нее зацепился, а тут все беды пошли. Ну все, пробрался. Ой, я говорил, что он может. Так, куда нам? Нам туда. Туда влево пошел. Тут, в принципе, скажешь, хорошая дорога, но я думаю, он пойдет не на полную. Экономлю, да. Кто его заправлять-то будет? У него, конечно, там в баках-то плещется наверху, наверное, я не уверен. Возможно, я уже порасходовался. Да ладно, полный, поехали. Сейчас будет шкандыбать. Тем более, что лужи такие офигительные. Ай, как хорошо. Лужа вещь. А вода прозрачная, кстати, не грязная. Так, мне сейчас влево, нет? Ой, чуть не уверен. Я, помню, буераками поехал опять. А, люблю я буераками ездить. Да, это ж въезд на эту хреновину, куда я, наверное, характер. Смотри, что-то в этом духе. Или въезд еще куда-то. Давай. Копай. Это основа еще машина, говорю, да, давай копай. Так, в яму не съезжаем. А таки съезжаем. Страшно. Так, буханка, я помню, абсолютно не способна к поездкам. Буханка не котируется. Так, смотрим, куда я поеду, заодно смотрим карту. Заодно смотрим карту, куда я поеду. Звучит, блин, пипец. Так, спуск, вот он, туда. И мы туда доедем. То есть мне надо на аэродром. Аэродром. Ну, по рекомендациям, конечно, вот надо по этой, по воде ехать. Но я вот тут не хочу, поэтому я сейчас сюда и вот тут. Да, и время мотануть. Погнали. Все просто. А в принципе, тут тоже не сложно. Тут есть чего? Синие снега. Где-то здесь, я не помню где точно. Где-то тут они есть. Вот на этом кусочке до воды. А вот, по-моему, сейчас проехал, нет? Ну, черт его знает, на самом деле, тут у меня машина куча целая прошла. Так что тут проблем особо не предвидится. Единственное, что он буксует, конечно, с ним. Но так все хорошо. Ну, я на пониженный сейчас проеду. Потому что на повышенный пониженный, да? Нет, а на повышенном буксует. Мне не нравится. И через аэродром двинем. На аэродроме все еще стоит канистра эта, цистерна. С нее заправлюсь. Вообще будет ничего. Ну, уже почти спустился. Это он удачно здесь оказался. Я думал, на шишиге придется он с гор спускаться оттуда. Шестиногая есть. И шестиногая очень проходимая, очень такое легкое на подъем. Ну, скаут написали. Правда, шишиги тоже, по-моему, скаутом числится.
все, выехали. И побежали. И тут хватает таких недобрых мест. Вообще могу на своем топливе доехать, не париться. У меня что тут? Еще у меня крыша. Даже не знаю, стоит на аэродром заглядывать, не стоит. Тогда придется вот тут вот форсировать вот все эти обломки. А, форсируешь их, как же там вода. Угу. Форсировал один такой. Это вот там надо было проезжать где-то. Ну что, на аэродром. Я просто думал, конечно, разгадать тайну этого моста, на который никогда не заезжал, а нет. Тогда аэродром. Вот тут трудились бобры, скосили лес. Так что вполне можно проехать. Интересно, чем можно так опору лэп сломать? То есть какие-то ураганные ветра? Вроде тут не должны быть. Хотя вот с моря может. Если там море, конечно. То тогда да, может. Там, по-моему, горы дальше. Там тоже не море. А чем тут лэп так сломало? Ну просто, может, старая ржавая. Ну, раз уж мы тут, бочки. Бочка. Я еду. Блин, да что буксует? Ну, зараза. Так, заправочка. Ну да, ему немного надо, чтобы заправиться. А вертолет ржавый, рыжий какой-то. Ну тут кузов то лучше смотрится. А, нет, он желтый, он не ржавый. Померещился. Так, ладно. Ой. Блин. А вот это фейл. Знаете почему? Потому что лебедка не за что цепляться. А вот это фейл. Ладно. Шишига идет на помощь. Что ты еще скажешь? Так, мне лучше, наверное, сюда спуститься. Не уверен, что по лесу пройду. Ну, тут вот по этой полочке, конечно, проехать. И дальше вниз. А ладно, поехали там. В конце концов. Сюда проехал, туда проеду. Сейчас шишигу еще грабану куда-нибудь. Туда придется уже что-то придумывать. Ох ты, что тут творится-то? Ну ладно, она не шипованная. Должна проехать. Я еще могу понижать блокировку ключ. Так, мне ж сюда? Или мне куда? Пойди пойми. Ну, мне как бы прямо. Куда туда, да? Или мне выше? Ой, эти горные дороги хрен поймешь. Или мне ниже? Кажется, ниже. Непонятно. Вроде я вот тут старался, пыхтел, да, было дело. Просто у Шишиги-то не автономная лебедка. Что у вас? Бампер, по-моему, уперлась, да? О, есть. Блин, вниз по склону я веревку ее тяну. Обалдеть. Не, вроде дорога, вон она. Верно, дорогой идем.
Уах. Чуть на нас не встало. Есть. Пролетели. Орлы. Шишига вперед. Ну а сейчас тут что застрянет у меня. Ладно, нижний, полный. Еще вот этому помогло, да? Окей. Давай. Ну тут просто бревна мешаются лежащие. Да, в них очень встревает хорошо. Так. Все, вправо. Так неожиданно продлилась миссия, да? Ты в грязь-то не проваливайся. Я понимаю, что тут глубоко. Все, как же тут глубоко? Давай, вылезай. О. Никита так провалился, не ошашили, что-то так не очень, конечно. Ну давай что-нибудь с этими деревьями делай. Деревья, а вы проваливаете, давайте. О, есть. Знаменитый стоп деревья. А, кстати, можно было выше поднять его на подвеске, но не очень-то и хотелось. Просто ее вот утопить в грязи сложно, она может лапки вытягивать. Ой, тут же еще спуск. Что-то я забыл. В яму вот тут. Ну ладно, что-то ныряем. Есть. Мотор лупанул, конечно же. Ну нормально, проехали. Ой-ой-ой-ой. Давай, вылазь. Вылазь, вылазь, я знаю, что ты вылезешь. Ладно. А вот так. Но ползет. Даже при узких колесах блокировочка хорошо. Так, а давайте мы на подвеске поднимем. Интересно же. Оп. Давай, чуть выдернись. О, пошла. Сейчас я на подвеске кувырнуть могу. Ну, просто чтобы пузо не стрелять. Еще на камнях полезно такую штуку включать. Но в снегу тоже хорошо. В снегу лед когда проламывается. На склонах только хреново, потому что она кувыркучесть увеличивает. Хотя вообще, конечно, удивлен, что у Шишиги вот такая штука есть, как изменяемая подвеска. Но, видимо, что-то штучное вообще. Вау, куда рвануло. Аккуратнее давай. Все как втопило. Так, сейчас его заправим там наверху. Ой, ты, давай у тебя только хватит, у тебя канистры пустые, я вижу. Хотя, и прям на поле перевернуть яро обратно, все. Ну ладно, давайте его заправим. Мало ли чего, мало ли кого еще спасти придется. Ты еще багажник налью. Все, полный привод нафиг. Шкандыбай. Ну, кувырнулся, он знал. Тогда я полный. А, ты не за то место зацепился, конечно. Куда как ты бестолковые штуки понять, куда так ниже? Она за нижнюю схватила. Оба-на. Есть. Яр попёр дальше.
Но кувырнулся он знатно, на ровном месте вообще. Так, я так чувствую, мне влево. Да, влево, и там дорожка маленькая будет. От заснеженной фигни. Так, осталось найти заснеженную фигню. Хотя, может, просто на картах нарисовать. Да, вот заснеженная фигня. Я бы сказал, камнями закиданная. Где тут дорожка? Вон дорожка. Помпил. И поперли. Такое ощущение, что лед хрустит. Льда-то нет. Че, серьезно? Туда? Сейчас. Да. Ну да, тут с обрыва не спрыгнешь. Тут не то, что скаут. Тут пипец, хоть скаут надо. Причем опять цепляться не за что. А, ты давай это. Тут реально хрен проедешь. Вон корабль стоит. Ну чё, шишига. Что тут скажешь? Шишигу. Не зря заправлял. Да, там пипец. Вот там именно не перевернуться. Как-то может берегом надо было. По этой дорожке не то, что не проехать, это вообще хрень полная. Ладно. Сейчас вот шишигу туда проведу и дерну его сюда. Ну хотя бы вытащить сюда и на колеса поставить как-то. Деревьев-то нету. Кстати, а вот шишига, может быть, там проехал. Нет, она высоченная. Просто у нее лапы высокие. Ну, мы сейчас попробуем дернуть. Ну, как бы вот, да, оно стоит. Пересесть, я надеюсь, оно не навернется, когда я пересяду. Опа, есть. Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Вот туда пошел, молодец. Ну вот так еще норм. Бортом по камням шкрябает. А, все хорошо. Все, зашибись. Так. Ну, давайте свет включу. Потом надо будет по настройкам полазить. Вдруг разрабы все-таки сделали, ну, переключение времени, чтобы поставить одно и то же, и что не менялось. Там вечный день, вечная ночь. Альтернатива. Да что ты будешь? Ну. Да. Должен сказать, на берег ты хрен спустишься. Вот там нет. Что-то такое не везет, как с ним бороться. Ну, туда куда-то можно. Как-то вот. Просто я через лес не хочу. Она не шестиногая, она просто сядет там и все. Давай, давай, влево туда уходи. Мне кажется, там будет нормально. Да, тут нормально. Оп. И все. Хитрая шишига спустилась на берег без этих всех укрутасов. Сейчас шишига тоже курить надо. Че, валяешься, несчастье? Тебя подобрать, да иди нафиг. Горять-то еще. Хотя нет, стойте. Мало ли что. Черт возьми. Косяк с шашили будет и все.
И все приехали. Я на нем не поеду, на Шиге доеду уже. Да, конечно, опять за низ схватил. Там вообще метатель троса о чем-нибудь думает. Вот, тогда и чешили. Заслужила. Всех спасла. Ктера утонувший, там торпедники. Я не уверен. Две пушки, не два пулемета. Нет, да нет, торпедники. Вообще обтекаемость, он торпеды торчат. Ой, елки, вот это долбанды. Ну тут-то да. Сюда-то мы приехали. Так там еще куча. Так. Батарея Варзуга. Так, а я нигде не вижу моего вездехода. Он, наверное, в гараже. Да. Ну, погнали. Эта штука всем покажет сейчас, как надо. Кто настоящий скаут? Блин, читерская штука. Местная имба. Ну, сначала на левую поеду. Единственное, что перед чем он может пасовать, это ледяной склон. Ледяной склон, да. Ледяной склон он не может, потому что щитков нема. А в остальном не удержит. Ну, сейчас я его расхвалю, да? Куда-нибудь его вкопаю. Или кувырну. Я могу. А маленькими прыжками какими. Не, ну хорошо же едет, кстати. Опять передача. Так, мотыляй давай стороны в сторону. Это понятное дело. Так, стопэ. Чё по карте? А, не, ну норм, отсюда-то дороги нет. Ну, как нет, тут что-то есть. Но она туда ведет, и я по ней не поеду. Но скаутские миссии что-то уже начали задолбывать. Они интересны, когда карта еще пустая. Ну как, ну по ней еще не поездил, не открыл и так далее. Тут уже везде был. Я даже, собственно, на этой батарее уже был. На тех двух не был, которые последние будут. А вот на этой я был. И мне уже туда не очень интересно ехать. А приходится. Вот это как-то не очень. По какому поводу был, не помню. Ну что-то я туда лазил, по-моему, даже на грузовике. Ну и, собственно, и чем меня оно удивить хочет? Что-то он на броневике приеду, я умею на броневике. Броневик тоже умеет. Мы все умеем, поэтому это будет просто такая легкая прогулка, не обременяющая. Ну, вот его не остановишь, он прет. Вот. Только гололед, только вот эти вот ущелья, которые такие желоба льдом покрытые, вот это да, да, вот это он не может. Но чем-то еще его остановить, да нет. Нереально. То есть вот как бы что сложно вот в этой скаутской миссии? Ну да, там на берегу я где-то яро там кувыркал. И вот эти шишки завершил. Ну да, кувырнуться можно. Но это опять немножко это не про буксовку в грязи. Игра про буксовку в грязи, ну на мой взгляд. Тут не буксуешь в грязи, тут ты занимаешься скалолазанием, типа альпинизмом. В принципе, для разнообразия, так сказать, такая карта, да, пойдет. Но чисто для разнообразия. Так, я тут, главное, не проехать. Не, я по дороге еду. Все нормально, это дорога. Главное, вот перекресток не пропустить. Вот, там должна. Светофора там, наверное, нету. Поэтому так не увидишь. Так. Где-то здесь, да? Вот это же. Я ж прав? Да, это она. Погнали. Радиус у нас такой небеский. На самом деле не по дороге, тут можно просто напрямки где-то дунуть, я помню. Но дорога, она немножко вокруг обходит.
Я вот не помню, может, по-моему, вообще совсем напрямую проехать. Там булыжник, есть обрыв такой, что не проедешь или нет? Если нету, то я бы сейчас и проехал. Ну тут да, тут что-то такое есть, поэтому лучше выйти на дорогу, с которой я съехал, кстати. Ну она где-то тут. Вот что-то тут из этого дорога. А, возможно, она там внизу проходит. Она, кстати, внизу и проходит, если что. Да, по горам полез. Ну, вообще, вот, и пофиг, давайте. По горам, не по горам. Ой-ой-ой. Вот только вот это подбрасывание на камнях очень странно. Как я уже неоднократно говорил, машина все равно не должна вести тяжелая. Она прям вот как кусок мыла прыгает. Нет, это не так. Машины так себя не ведут. Они тяжелые. Так, я с дороги сошел, я так чувствую, да? Ну да, я чуть правее иду. Дорога вот по камням идет, видимо, слева. И вот куда-то она сюда ведет. Ну блин, я ж был. Я ж батарею видел. Че я тут делал, не помню. Прицеп какой-то, по-моему, забирал. Так, дорога опять слева осталась, но это не страшно. Ну, правда, могу пузом на камень сесть. Это будет неприятно. Потому что тут опять деревьев нету, слезать, трос не за что цеплять. Та-дым. Так, не мучись, не заморачивайся. Блять, ну ладно, я посмотрю на карту, но я думаю, мне некуда отсюда податься. Не-не. Это в жопке мира, это вот тут. Так, это у нас... А я здесь не был. Удивительно. И вот это у нас... Тут вот какая-то дорога есть, надо будет ее... Надо будет смотреть. А, возвращаемся в гараж. Вот я про это и говорил, что мне проще в гараж прыгнуть. Покинуть гараж, потому что времени не тратить на то, где я уже был. Давай, раскручивайся. Так, оттуда же в гараж, надеюсь, возвращаться не буду. Я надеюсь, что мне топлива хватит. Блин, длинная получилась миссия. Ну, тут с четырьмя точками. Тут еще с мучением, с тем, с Яром. Да, конечно. Лесовоз-то бы... А лесовозов было мало. То есть надо было еще что-то. И я не люблю посреди миссии заканчивать. Вот. О! Кабанчик стоит. Ну, ему да. Ему тяжело. Он как Шишига, только кабанчик. И он на ту гору в батарее сейчас метнемся. И останется дальняя, это тоже, в общем, не проблема. Единственное, что, может быть, мне придется телепортировать машину обратно на базу, просто чтобы заправиться. Хотел бы прицеп разбросан по карте. Ну, тут неизвестно, что быстрее. С базы доехать. Нет, с базы, наверное, дольше, чем батарея. Батарея все-таки она по дороге. Ну, просто вот как он прет, это вообще... Сводит на нет всю идею челленджа со скаутами. Какой челлендж с такой машиной? Да никаков. Это везде пройдет. Ну ладно, ладно, сейчас в болоте она пытается застрять. Да, спорить не буду. Место такое. Ну это если я болотом полез. А, там Азов все переградил. Я болотом полез. Азов, конечно, можно объехать. Дерево приветливо машет ветвями. Ну, можно вот так сделать. Ну, жалко, что дерево спихнуть нельзя. Жутко мешает. Ай! Что у нас еще? Еще у нас камни вот эти вот. Тоже, в принципе, хреновое место. Там синий снег. Ай-яй-яй, мне же туда. Секунду. Я вовремя остановился. Это как раз та дорога, которая идет наверх. Вот, заболтался. Бултых. Жалко, что он не плавает. Если он еще плавал, снега бы не было. Ну вот, проедем. Да, он низкий. Он по этим свесившимися деревьями, по-моему, вполне проедет. Я тут уже эту тропку тут топтал хорошо. Понятно, что следы не сохраняются. Вообще, я что-то ездил, объезжая вот ущелье, которое там. Через которую дорога идет. А вот тут я ни разу не ездил. Тут это. Прелесть новизны, согласен. Карту я посмотрю в итоге, наверное, все. Хотя нет, останутся темные места.
которые меня палки не загонишь, потому что места хреновые. Уй, вот колесики, да. Колесики оно иногда бьет прям вообще. По неустановленной причине, кстати. Ну, скорость маленькая. Чем она вырубанула? Понятно. Так, ну тут здорово, все понятно. Особенно вот тут, да. Давай. Так, сейчас посмотрим, куда, собственно, дорога. А дорога, собственно, через камни вот уже к этой штуке напрямую. То есть вот, вот дорога. Я просто с местными дорогами теряюсь. Что дорога, что не дорога. Вот я по дороге еду. Ну, наверное, по дороге. Может быть. Так. Она не очень на дорогу просто похожа. Но там вообще обра. Так что, наверное, все-таки дорога. А тут булыганы. Здоровые. На них пузом-то сесть. Самое то. Вот сейчас на него и пузом-то и сяду как раз. Не, поехал. Так. Что из этого дорога? Ладно, я вот тут объеду. Дорога, по-моему, куда-то в сторону ушла, да? А, ну она вот так как-то. Не знаю, я там не видел ничего похожего на дорогу. Я вот отсюда зайду. Даже. А че это у меня микрофон на полную вывелся? Блин, опять винда. Ну, надеюсь, вам не сильно шипит, потому что винда. Винда, сволочь. Ладно, давайте, раз уж я заметил, попробую это дело отрубить. Блин. Ну давай ты. Да, правильно с игрой вот в систему-то не залезешь. Но я попробую. Блин, когда она успела. Вот 100 пудов гнусная винда. Сейчас микрофон опять на 100% вывела. Я вот по столбику вижу, что шум идет. Шипить. Надо перенастроить просто, чтобы на сотку тогда усилитель меньше сделать. Чтобы она ставила 100 и наслаждалась жизнью. А я, меня на гадость не подсовывала никакую. Так. Звук. Свойство устройства. 50. Странно. А что такое фон-то дает? Ладно. Обвинения с винды снимаются. Может, микрофон наушник слышит? Понятно. А, вот, кстати, дорога, перед которой пасует этот вездеход. Вот мы и приехали. А, нет, ничего, подъема нету, значит, выкарабкается. Давай. О, снежок зацепил ее, наверное. Ну, хорошие места, ничего не скажешь. Та-дам. Итак, я, конечно, забрался. Как мне теперь отсюда спуститься? А вот что... О, тут дорога. Ага, дорога. В задницу такие дороги. Нет, мне надо назад тогда ехать. Спущусь, тогда свет включен. А, вот. А дорога местная, она вот оттуда откуда выехала. Вот оттуда, куда я сейчас задницу смотрю. Вот с этого спуска. Такие вот тут они дороги. Так, ладно. Я надеюсь, даже лед мне не помешает туда скарабкаться. Потому что тут уже снег. Ну, что, серьезно, она по камням по этим ведет? Прям вот так вот. Похоже, да. Ну-ка. Ну да. Такая по границе леса. По булыгам. Хотя, возможно, она просто там кончается. А я что зря полез. Ну, я могу зря тут лезу. Да. Офигенные места. Офигенные.
Мне еще нравится, когда она с такой готовностью лезет на деревья, просто вот вообще. Мимо дерева проехать? Не, ну зачем? Надо залезть. У нее прозрачная часть носа. И получается, она опирается в дерево уже колесом. Вот так вот. О. Проехал. Как-то. Давай вперед. Тут уже мои следы, тут не заблудимся. Где-то тут я полз. По следам спустимся вниз. Так, тепличка мало потратить, там все хорошо. И, наверное, все-таки это быстрее, чем... Хотя не факт, что это быстрее, чем от гаража доехать. Потому что мне еще вот там плавать. Плавать не буду, я вскарабкаюсь. И объеду уже. Ущелье со столбами телеграфными. Где-нибудь здесь вырваться из этого? Ну, не прям здесь. Чуть дальше, вон там, где склон. И вправо выйти. Ну, наверное, нормально. Так, вот тут. И вправо. Давай, машина, вперед. Вылезаем с этого захолустья. На простор. На простор, отлично. Все, простор. Так. Карта, день, все такое. Блин, час с лишним серия. Обалдеть. Ну, доедем. Ну, такая длинная серия, куда деваться. Побежали. Побежали. Один флажок остался. Так, тут бултых, а мне не налево ли? А мне налево. Как тебя убрать-то? Да, мне налево. Вот эти плакатики машины, они, конечно, карту загораживают только в путь. Извилистая дорога, знак. Ну, вы еще ограничение скорости поставьте. Тут есть прямые дороги где-то, не извилистые. Так, ну там тоже терра инкогнито. Я туда тоже не ездил. Что ты так буксуешь-то? Оу, вот тут будем плавать. Ну, дорога ведет сюда. Поэтому я надеюсь. Опасный уровень воды. Опасный уровень воды продолжается. Ладно, не по центру. Скупались. Забавно. Это было прикольно. Так. Опять-таки, я надеюсь, я с дороги не сошел. Я с дороги не сошел. Все хорошо. Следов-то колеи не видно. Как такая дорога, что по бездорожью краше. Так, что дальше с дорогой? Блин, дорога, по которой надо смотреть на карте, куда она ведет. Офигенно. Потому что иначе непонятно, что это дорога. Вот могут такие камни быть дорогами? Мне кажется, не могут. А тут куда? Прямо. Карта уверяет, что прямо. Куда? Охренеть. Туда. Нет, такой карта такая.
Ну вот это вот дорога. Ну, в принципе, я спустился, конечно. Получается. Я тут дорогу повернула. И вот где-то там батарея. А, вот батарея. Угу. Ну что, я на дороге. Батарея выше. Все нормально. Надо будет как-то к ней туда подняться. Только и всего. Просто подняться вверх. Ну, будем считать, что дорога была, но ее... Блин. Чудом. Опять-таки, смотри, деревьев нету. Это просто на двух колесах проехать, ладно, не на двух, на четырех. Но они все были с одного борта машины. Да, вот если курнул, меня хрен вытащишь. Ну, просто машины рядом нет. Некому. А, тут внизу эта штука. Ну, нормально. Ой, большая какая-то площадка. Да, мы это сделали. Ну что ж, на этом все. Жмите, пишите. Припозднились, да. Ну, до новых встреч.